Всем здорово, ребят. Давно ничего не выкладывал. Ну, особо времени не было. Рыбалки были, но там показывать особо нечего. Клевал какая-то мелочь. Единичный зачетный судак. Ну, лето, жара, в принципе. Вот, сегодня что планирую? Сегодня тоже жарко. И решил полазить вечером именно по судачку, поискать с берега. Вот, и зацепим ночную рыбалку. Именно... Хочу проверить активность судака ночью сейчас. Ну все, затягивать не будем, погнали. Собрал, ребят, снасти, добрался до реки. Сейчас начинать буду ловлю с таких слагов. Это у меня 5 дюймов стоит. Есть. Кто-то сел, ребят, с коряшки. Неплохое что-то вроде. Слаг стоит 5-дюймовой машинки. Щука-то не крупная. Кайф. Стоять, не уходи. Так, ну ничего, зачетная. Такая вот, ребят, первая. Только с коряги стащил, сразу долбануло. Ну, чуть за кило, кило 200, кило 300. В принципе, нормальная щука. Вот. Взяла на слаг с ударом, уверенно, достаточно. Такой вот слаг мой, 5-дюймовый, сам лью, который. И грузик 7 грамм. Есть. На слаг опять шнур небольшой. Опустим сейчас. Шнур. Хочет отпускаться. Такой вот шнурок оборвался. По застежкам спрашивают часто, но вот такими пользуюсь, овнеровскими. Ничего не разгибаются, нормально держит. Вот 180 рублей. Вечерку уже, ребят, сейчас перекушу сэндвичи, продолжу. Ночном хочу остаться попробовать. Но я приехал поздно. Часа, наверное, в 4 только ловить начал. Есть. Что-то подсел, ребят. Не крупная. Мелочь какая-то. Судачишка мелкий.
на ворону в сирене. Груз легкий поставил уже. Темнеет потихоньку. Вот такая ворона. Ну, фиолет, сирень. Фиолет, конечно, больше, наверное. Такой вот напильник. Так, отпустим. Есть. Мелкие опять. А, толку. Акушарик, акушарик. Ух ты. Был, ребят, удар прям в проводку. И в корягу. Опять, ребят, удар на проводке был. Что-то мелкое. Опять на проводке сел. Да, опять судачок мелкий. Опять на проводке. Метра полтора от дна стоит на ворону. Такой вот. Совсем, ребят, скоро стемнеет. Было последних три поклевки. Вот, судачок клюнул. Еще одна судаковая поклевка была. Вот. И окушок. Все в проводку. То есть поставил я совсем легкий груз. Рыба, то есть, приподнята от дна. И поклевки все на плавной проводке. Делаю три оборота плавных и паузу. Вот на проводке поклевки. Сейчас будет темнеть, наверное, количество оборотов буду увеличивать. Рыба будет подниматься еще выше. То есть она сейчас уже пелагическая, в принципе, приподнята от дна. Вот. Летом. Будем пытаться поймать что-то зачетное. Смотрите. Есть. Тут посерьезнее уже. Тоже пелагический взял таким ударом. Чистый пелагик, метра два, наверное, от дна. Вот красавец. Сейчас покажу, ребят, не крупный, но, блин, я доволен. Такой вот судачок, не крупный, ребят. Ну, буквально грамм 900, наверное. На ворону взял на легком весе, чисто в проводку, чисто над дном. Метра полтора-два стоит от дна приподнятый, уже 5 или 6 поклевок было. Вот, но одна мелочь клевала. Вот первый более-менее на что-то похож. Но ночью он приподнимается, и с утра тоже приподнят от дна. Проводка равномерка, медленная, на легком весе. Тяжелый вес ставишь, идет вдоль дна, поклевок нету. Надо, чтобы груз, чем легче груз, тем выше он идет над дном. То есть оптимально подобрать под рельеф и под глубину груз. У меня вот сейчас совсем легкий, 4 грамма стоит. На все эти, потому что одни коряги, над корягами провожу, есть поклевки. Продолжим. Есть еще один. Хороший. Опять полтора-два метра от дна. В проводку взял. Вся рыба приподнята. Ну как хороший. Съедобный, но я думал, крупнее будет.
Опять аварон сработал. Не получается, ребят, тут без офсета ловить. Тут коряги кругом, все поотрываешь. Только на офсете. Есть. Еще один. Зачетный. Корягу завел. Вышел из коряжки. Кругом одни коряги, но не крупные тоже. Резинку мне сбил. Очередной, ребят, сел хороший. Хороший. Пелагик опять. Ребят, 2+. Сейчас покажу вам его. А ворона там где-то в пачке. Где-то там ворона. Втащил вообще. Да, это 2 с лишним, 2200 где-то. Вот, ребят, такой красавец вылупил. Ну, это 2 с лишним судачишка. Все, та же тема работает. Равномерка. Судак пелагический. Приподнят где-то 1.5 метра от дна. На легких грузах стоишь, тяжелый, поклевок нету. Вот за таким, в принципе, я и ехал. Сначала мелочевка поклевала, потом нормальная рыба пришла. Вот, только еще стемнело, еще только начало. Сейчас еще кого-нибудь поймаем, я думаю. А ворону там где-то, пал 0,3 цвет. Приманка небольшая, 89 миллиметров, но, как видите, все работает отлично. Вот он, ребят, со дна щелкнул. Мелкий, сейчас отпущу. На дно опять опустился. То поднимется, то опустится. Такой вот малыш. Еще один, ребят, сел. Хороший. Но это уже не пелагический. Это уже на паузе долбанул. Не на проводке. Этот уже взял на паузе. Такой вот красавец. Опять ворона. Ну, килошка ровно. Вот, легкий груз. Опустился на дно он. Ну все, ребят, буду я заканчивать свою рыбалку. Получилась она отличная. Удалось ловить пелагического судака, так скажем. Он стоял не на дне, где-то 1.5 метра приподнятый. Ну вот сейчас уже опустился и клюет со дна на паузе. А до этого брал на равномерке, на легких грузах. Соответственно, груз идет, ну, 1.5-2 метра от дна. На равномерке 5-6 оборотов делаешь, там 4 оборота, по-всякому. Вот, и на проводке клюет. Вот, по итогу 5 судачков забрал. Один такой за 2, хороший. Щучку отпустил штук 5. Ну, считай, за вечерку вообще летом бомбовая рыбалка вышла. Ну, самое главное, понял, когда рыба поднялась, понял, как ее ловить. Когда рыба опустилась, опять, в принципе, понял, что она опустилась. Потому что, ну, поклевки кончились, что делать. Стал опять стандартный джиг пробовать, опять начались поклевки. Ну, он сейчас клюет, просто, ну, не хочется потом полный рюкзак тащить до машины, блин.
И так нормально, хватит. Сейчас пробудешь полночи, завтра никакущий целый день потерян. В общем, а ворона в наличии, кому интересно. Вечером работала только ворона, слаги. Ну, ночью имеется в виду, слаги работали вечером тоже. Слаги будут позже, сейчас лью, в принципе, за дел делаю. Позже будут доступны. А ворона в 6 цветах у меня есть. Ладно, кому понравилось, ставим пальцы вверх. Всем удачи, пока.